Всем привет! С вами Ольга Чернова, Огородная азбука. Сегодня 23 апреля. Как обычно, я снимаю такие позитивные ролики, которые поднимают настроение, многим помогают. Но сейчас я хочу снять видеоролик по не очень приятной теме насчет мошенничества. Мошенники не дремлют. И вот только что я выложила несколько часов назад видеоролик «Сколько стоит уральская легенда и кому она обойдется дешевле». Просматривая комментарии, я увидела вот этот комментарий. Вроде бы ничего в нем такого нет. Написано: «Отлично, Ольга Павловна, вы сделали отличный ролик. Все как договаривались. Позже, возможно, закажем еще рекламу у вас. Спасибо». И написано: «Уральская усадьба». У меня он вызвал подозрение, потому что вот эта фраза «все как договаривались», но мы ни о чем с ними не договаривались. И очень интересно, я решила перейти, туда посмотреть. Вот смотрите, вроде бы все похоже на ту фирму, у которой я купила, но «Уральская усадьба» вместо точки стоит восклицательный знак. Всего лишь вот такая маленькая разница позволила им создать фейк мошенникам, создать такой же этот логотип, указать, но перейдя по этой ссылке, вот так вот, что мы видим? «Уральская усадьба», один подписчик. Это совершенно чистая новая страница, специально созданная, вероятно, для того, чтобы... Вот для чего, я не знаю. Но я хочу вас всех предупредить. Я его сейчас удалю, этот комментарий, конечно, заблокирую. Но вы видите, на какие ухищрения идут мошенники специально для того, чтобы выставлять вот какие-то вот эти комментарии. Что они добиться этим хотят, я не знаю. Но явно, что если люди специально создают страницу, какую-то там страницу или канал, явно, что они хотят с этого что-то получить. Может быть, вот видите, тут написано: «Всем покупателям от вас сделаем небольшую скидку». Может быть, они хотят заманить куда-то там моих зрителей, моих подписчиков на свой канал и как-то их обмануть. Может быть, хотят дискредитировать меня вот этой фразой «все как договорились», как бы давая зрителям намек, что этот ролик как бы рекламный, договорный. Я не знаю. Я вот вам сообщаю, что даже если может кто-то подумать, что вот это «Уральская усадьба», их логотип, это фейк, это мошенники, я сейчас их удалю. Но будьте внимательны, я сама чуть не попалась на их уловку. Потому что я вот когда просматриваю, прочитываю, отмечаю все. Их тоже отметила. Потом мне показалась странно вот эта формулировка. И, во-первых, у нас есть же отношения, как покупатель и продавец, они могли бы мне написать на почту, если бы что-то нужно было. А тут во всеуслышание вдруг они решили написать: все как договаривались, сделали отличный ролик. Это как логического объяснения нет тому, что вот это написано. Короче, все, долго вас задерживать не буду. Мошенники не спят, создают фейковые страницы, пишут фальшивые комментарии. Вот это вот «Уральская усадьба», если кто-то читал этот комментарий, это не «Уральская усадьба», это вот какие-то аферисты. Мы сейчас их и заблокируем. Я даже писать ответ не буду. Все, нету. До свидания.